Так, лекция на тему агентурная сеть. Основные цели и способы реализации. Агенту сети не нужно привлекать на себя внимание. Агенту сети не нужно распространять информацию, что он работает на ФБР кому-либо, кроме агента ФБР. Агенту сети нужно докладывать о каждых нелегальных действиях со стороны банды, мафии или же коррупционных со стороны госорганизаций. Агенту нужно фиксировать на миниатюрную камеру со встроенным микрофоном все, что он видит. Абсолютно. Просто потому что может всегда он должен записывать. Ну вот. Агенту нужно включать камеру, как только проснулся, так сразу. Это получается, да. Вопросы есть какие-нибудь? Зона. Нету Нету, вопросов. давай дальше. Лекция на этом окончена.